Всем привет! Сегодня мы будем смотреть на мои два заказика до заказа 10 каталога, из 11 каталога, и вот новенький я уже получила. В конце мы чуть-чуть посмотрим на новинки. Отдельного видео по листанию каталога не будет, потому что здесь только две основных новинки. Мы их обсудим и все. Так что, девочки, смотрите, кто любит каталоги, до конца видео. Товаров немного, я думаю, мы с вами сегодня быстренько это все обсудим. Давайте я вам покажу первое такое крупное, то, что было в моем-то заказе. И обычно я заказы не делаю, но здесь, как говорится, нужда заставила. И мне посоветовали, когда у меня очень болела рука, мне посоветовали купить коврик Кузнецова. Вот у Фаберлик он представлен. Прям видите, он занял с собой сразу все, весь стол. Вот такой он большой. Тут вот Фаберлик написано, очень колючки здесь, прям агрессивные, я бы так сказала. Девочки, я его уберу, давайте, на задний план, чтобы он нам не мешал. Вот в каталоге он представлен за 1899, мне он обошелся 1359 рублей. Может, там он дешевле в прошлом каталоге был. Я посмотрела в интернете, они на самом деле дорогие, не дешевле, чем у Фаберлик подобного рода. И бывают даже маленькие, этот хотя бы на всю спину, вот его размер 40 на 65, на все тело хватает. Очень острые колючки, я вот прям без всего, без одежды не смогла, очень сильно впивается, у меня даже пульсация какая-то была, больно. И вот я через нижнее белье, там сорочки, футболки, вот такое вот могу лежать уже долго. Чувствуется, как они впиваются, не знаю, насколько это вот помогает. Видите, здесь какие рекомендации. Сейчас я чувствую себя лучше, но я не знаю, к чему это отнести. Может быть, то, что таблетки я принимала, или вот коврик. От остеохондроза рекомендуют вот это вот. И якобы это древняя китайская медицина, связанная вот с точечным именно массажем. Девочки, когда сильно заболит что-то, ты готов уже пробовать все подряд и, как говорится, отдашь любые деньги. Я не жалею, что я его купила. Вот он, смотрите, стоит какой большой. Я им пользуюсь. Иногда бывает, я забываю, но в основном, когда вот болит спина или там что-то, вот полы мыло, чувствую в пояснице что-то за, ну, какие-то дискомфортные ощущения, то я его достаю, минут 10 я на нем отдыхаю, так скажем. Это вот такая у меня была покупочка. И что еще я вам хочу теперь показать далее. В 10-м каталоге была хорошая цена на вот такие средства. Я его купила еще в запас, у меня, по-моему, есть, но я не могу без них уже находиться. Всегда мне они должны быть в запасе, потому что цена, не каждый каталог сниженный, бывает по 209 рублей, а это дорого, я считаю, они, когда меньше цена, тогда я покупаю. Мне нравится очень, как я уже сказала, разбавляю с водой. Хорошее средство, ему замены у меня нет никакой, поэтому оно у меня в любимчиках остается. Так, давайте сделаем, чтобы все видно было нам. Хотя бы вот так вот. Там у меня на заднем фоне еще лежат мешки. Это будут сейчас покупки сниматься. Так что, девочки, немного интересненького нас ждет впереди. Так, значит, наладили. Следующее я взяла вот такое средство. Универсальное, антибактериальное для обработки ванной комнаты, кухни, обуви, мест содержания животных. Это сейчас стоило 79 рублей для меня. Очень дешевые цена, потому что когда был карантин, невозможно было купить, все смели со склада. Я в это взяла тоже про запас, вдруг осенью повторится. Хотя сейчас говорят, что нет, никакой второй волны не ожидается. Вот Собянин сказал, никаких таких новостей, ничего, но, знаете, лучше пускай будет. Обрабатывать те же какие-то там продукты, обувь, верхнюю одежду, потому что не будешь каждый день стирать куртку там или пуховик, например, после каждого похода на улицу, ну хотя бы вот так вот обрабатывать. Так, что еще я вам хочу показать. Девочки, я заказала себе розовый парфюм от Юдашкина, вот такой вот, золотой у меня уже был. Он мне обошелся в 719 рублей, вот этот розовый, тоже была хорошая скидка, так они стоят дорого. Давайте я покажу, как выглядят флакончики.
Очень мне они нравятся. На самом деле здесь большой объем, 65 мл. Для женского парфюма это считается гигантский объем. Флакон сделан как какой-то камень. Красиво, на самом деле красиво. И крышка, и все здесь сделано как-то притягательно, скажем так. Хочется держать в руке. Вот, выглядит не дешево, и ну, это гораздо приятнее, чем вот то, что сейчас делает Ифраше. Я понимаю, сейчас стиль направлен на эко-эко, но такую вот бутылку ни о чем делать. Я против. Я хочу, чтобы меня все радовало. И упаковка, и содержимое. Это доставляет удовольствие. Это такие вот атрибуты, как сказать, они не обязательны в нашей жизни, но они ее украшают. Поэтому вот такие уж слишком лаконичные дизайны не для меня. Девочки, пишите, как вы относитесь к такой вот чересчур простоте. Вам нравится это? Или все-таки вы хотите, чтобы было красиво оформлена бутылочка, например. Вот такие вот они симпатяги. Очень мне нравится. В Инстаграме я даже не утерпела, сфотографировала. Особенно на улице, когда делаешь фото среди цветов. Красиво так получается. Прям объем такой. За 700 рублей, это я считаю, что это шикарно. Они стойкие, хорошие ароматы. Золотой, более агрессивный, ну, если можно так выразиться, агрессивный, чем розовый. И, мне кажется, более стойкий. Но это не точно, девочки. Просто вот этот какой-то более терпкий, что ли, аромат. Давайте мы посмотрим, из чего они состоят, потому что я на память не помню эти ноты, естественно же. Золотая бутылочка, это относится к цветочно-древесный пудровый аромат. Жасмин, гелиотроп, сандал. И розовый флакончик, это цветочный аромат с тонким зеленым акцентом. И в нем основные ноты ландыш, пион и кувшинка. В общем-то, хорошие составляющие. Я такие люблю в парфюмах. И я решила, что пускай будет. Видите, ценник не маленький. Вот обычно они так и стоят. Но был ценник минус 60%, поэтому решила. Вот таких вот у меня еще нет флакончиков. Кто что пишет. Кому нравится, кому не нравится. Бывают периодически тоже 60% скидки на Ренату. Но неплохие тоже флаконы, сделаны красиво. Но Юдашкин мне как-то больше по дизайну нравится, вот именно внешний вид. Не знаю, может быть, тоже познакомлюсь вот при хорошей скидочке с такими ароматами. Смотрите, какая красота, девочки, прям вот такие. Невозможно глаз оторвать. Приятно будет на туалетном столике держать такие парфюмчики. Теперь давайте мы продолжим про новинки ухода. Это вот такие средства, апельсиновая линейка, как я их про себя называю. Витамин С здесь, и представлено три средства. Вот одно из них, это жидкие патчи для коррекции мимических морщин. Уже я упаковку выкинула, потому что, видите, я пользуюсь, полуфлакончика нет. Очень нравится именно как вечерний уход вот эти патчи. Я как ими пользуюсь? Я наношу прям толстым слоем, потому что, ну, это же патчи. Не как крем тоненько, а вот именно толсто. И жду какое-то время, они усаживаются. Патчи эти усаживаются, такой жемчужный с маленькими вкраплениями розового перелива. Усаживается, потом я наношу сверху крем. Девочки, такое вот увлажнение, хватает его надолго. У меня обычно все впитывается, и мне некомфортно. Тут нет этого. Вот эти жидкие патчи, они как бы задерживают выход влаги, испарению какому-то не дают крему вот совсем пропадать. И вы даже спустя несколько часов вот так вот дотрагиваешься до кожи под глазами, чувствуешь, что она увлажнена. Но что вы думаете? Новинка эта уже пропала из каталогов. Когда открылся 11-й вот этот каталог, вот этот, уже все нету. Я ждала несколько дней, но не появился. Думала, еще даже заказ сделаю, сразу две куплю. Нету. Нету. Теперь в 11-м каталоге они, конечно, есть, но уже не со скидкой 45%, а там 299 или 399 даже стоит. В общем, я вам, девочки, рекомендую, кто не купил, покупать сразу две. Потому что, видите, разбирают, народ, видимо, раз пробовал и нравится. И что еще я купила? У меня не было из этой троицки крема для век, крем-гель он называется. Я сразу вскрыла тоже, хотя у меня в использовании очень много сейчас средств, но любопытство победило кошку.
маленькая, смотрите, как компактно выглядит, 15 мл. И мне понравилось то, что это не прям гель, я думала, будет какой-то водяной такой. Но, слава богу, нет. Вот видите, выглядит как крем легкой текстуры. Не, вот так, не водяной, вот что самое хорошее в этом, не водяной. Потому что бывает такое вот, если гель, слово присутствует, то как водичка впиталась и ничего. И как бы ничего вы не чувствуете. Надо еще дополнительно будет крем использовать. Здесь не надо, он именно как крем. А легкой текстуры, вот в отличие от вот этих вот двух, он практически не пахнет. У него какой-то, ну можно сказать, я его даже не ощущаю, аромата этого. Хороший крем, вот нравится вся линейка, девочки. Шикарная вся линеечка. Давайте покажу вам, что здесь в составе. Многие девочки разбираются. И описание. Ниацинамиды, видите, здесь содержится. Вот довольна я этой линией новой. Очень даже довольна. Бай-бай, панда. Так, и последнее. Я в прошлый раз рассказывала, девочки, но так как мы заговорили про всю линеечку, она у меня вся есть, я считаю, что надо показывать все сразу для тех, кто смотрит первый раз, например, обзор. Этот крем идет с жемчужным эффектом. Тоже ниацинамиды здесь в составе. Крем сам перламутровый. Легкий, но мне он понравился меньше... Понравился мне меньше, чем патчи. То есть, ну, крем-крем, да, вот нету такого какого-то... То, что я бы, например, побежала, хочу еще в запас, и дайте мне дозаказать. А вот именно патчи, да, они классные. В уходе у меня такого подобного средства нет. Перелив вам не видно, девочки, просто вы видите, как белый крем. Но здесь есть такие жемчужные переливы. Как базу хорошо использовать, будет давать легкое подсвечивание. Приятный апельсиновый аромат. Чем-то напоминает парфюм от Moschino Love Love. Шикарный, конечно, крем. Вот это вот именно подсвечивание слегка розоватое. Ненавязчивая апельсиновая душка. Просто вот супер. Есть сыворотки для глаз. Уже это не новинки в уходе вообще, да. Но вот чтобы так именно задерживать влагу надолго. Ничего такого. Я наношу еще на носогубки. Мне нравится. Он дает, как это, правда, регенерирует. Отшелушивание, то есть обновление кожи. Под глазами, конечно, ничего не шелушится. Но вот на носогубках я заметила такой эффект. Потом, ну, когда обуваетесь, вы эти частички как бы смываете. И получается, у вас кожа выглядит лучше. Она не такая, не так заметны морщинки на ней. В общем, девочки, я даже для возрастного ухода советую вам его купить. Ну, конечно, как появится на складе, соответственно. Еще что нравится, я до этого не пробовала, но решила купить вот такая линеечка Weekend. У меня была в прошлом каталоге, я брала за 143 рубля очень по выгодной цене эссенция для удаления макияжа. Я ее пробовала, она мне понравилась. И, знаете, решила я, пока ценник маленький, докупить еще два средства. Это будет увлажняющий гель и крем для глаз. Крем для глаз Faberlic маленький, объем 15 мл. Для меня это прям вот, ну, дай бог, на месяц хватит. Потому что я и по 40 мл умудряюсь истратить. Были хорошие цены, такие как вот 50% скидка, 55% на гель была процентов скидка. И что он нам дает? Он успокаивает кожу, наполняет влагой, препятствует ее потере. То, что вот очень важно, можно и днем, и вечером использовать. И я решила соблазниться. Девочки, с вашего позволения, вскрывать я не буду этот флакон, потому что я открыла, посмотрела на сроки годности. Он прям свежий-пресвежий, выпущен 6 месяца 2020 года. Видите? И поэтому он спокойно может побыть в запасе у меня. Я не стала скрывать. Я думаю, если одно средство из линеечки понравилось, то вот эти должны быть не хуже. Особенно по такой скидке, когда... И гель для век мне обошелся в 159 рублей. Weekend. А гель для лица 183 рубля. Но учитывая, что ценник на них полный вообще 500 рублей, вот, то 183 рубля неплохо. И гель для глаз устраняет видимые признаки усталости, хронического недосыпа, увлажняет, придает сияние. Вот
вот здесь вулканическая термальная вода из глубин французской Авернии, насыщает кожу полезными элементами и минералами. Вот такая линия. Регулирует циркадные ритмы. Девочки, вот в это я не верю, что он там что-то регулирует, но линейка хорошая, вот как я вам скажу. Еще что у меня есть? Еще у меня есть... Так, давайте мы вот так вот поставим. Я вам сейчас еще покажу. Маленький, наверное, так же выглядит, как и, да, вот этот флакончик. Ну, одинаково, 15 мл, вот такие кремчики. Вообще, я хочу сказать, я в последнее время очень довольна уходом именно Faberlic, как они обновились. Вот эти линии, где 4D Target, ну вот ни о чем, я хочу сказать. Меня они разочаровали. Я долгое время не покупала новинки Faberlic, уход. А почему решила попробовать? Во-первых, вот эта линия меня заинтересовала с витамином С. Очень много сейчас шума про пользу этого витамина С, именно использование не внутрь, а на кожу. И была очень серьезная скидка, 70%, если я не ошибаюсь, на вот такую эмульсию в каталоге. И я решила попробовать, и очень рада. Довольно. Много хороших линеек. Вот Океанум появилась тоже. Они приближены уже прям к корейскому уходу. Взяла вот такое средство, девочки. Не знаю, будет оно работать. Нет, это молодежная линеечка, точечное купирование воспалений. У меня бывает они, слава богу, не часто, но когда бывают, я не хочу ждать, когда они там, весь процесс закончится, как этот с воспалением. Хочу его быстрее закончить и снять воспаление. Вот обычно точечные такие кремчики помогают. Здесь салициловая кислота, она должна давать, как-то разъедать. Видите, он выглядит как тональный крем. Вот так точечно наносить. Наверное, это хорошо, когда макияж ты делаешь, если у тебя что-то там такое есть, да, ты как бы и замаскировала, одновременно прижгла кислотой, ну, воспаление, я вот так вот понимаю. Давайте мы посмотрим на описание. Ну да, воспаление быстро уменьшает. Мгновенно маскирует несовершенство. И последнее, что я вам хочу показать, это будут покупки детской одежды. Футболку я купила для ребенка. Вот так она выглядит. Это у нас 116-122, 92% хлопка, 8 эластана. Покупала я не по каталогу, я просто открыла, когда сайт, и в разделе одежды нашла, ну, зашла в детские футболки для девочек, нашла ее. Давайте мы откроем, посмотрим. Здесь должны быть рукавчики, вот такие вот, как в виде крылышек сделаны. И вот такие здесь рукавчики, хлопок, хороший, качественный. Я брала детские вещи уже для дочери, она в садик ходила на физкультуру в белой футболке, очень качественно, даже никаких катышек, ничего не возникает. Она сделана немножко как вот платьице, к низу расширена. На самом деле коротенькая. Я думала, что она будет закрывать попу. Но нет, она совсем... Для этого нам не подойдет, потому что дочка у меня большая. Просто как футболка будет, ну, чуть ниже, наверное, бедер. Вот так, девочки, выглядит она целиком. Немножко в виде трапеции сделана. Такой вот платье. Кто, девочки, не высокие, если дети... Может, как такая у меня не платится быть. Ну, в общем, одним словом, я все равно довольна. Красивый цвет, приятный. 359 рублей стоит такая красота. Я считаю, очень хороший ценник. Там есть разные цвета, можно брать еще спокойно. И то, что я давно искала, вернее, не искала, ждала, когда у меня соберутся баллы, я взяла ребенку за рубль такие вот лосинки классные. Это у нас персиково-розовый цвет, размер 122, хлопок 100%, трикотажные брюки для девочки. И давайте мы их тоже посмотрим, с вами развернем. За рубль, вы представляете, такая прелесть? Они будут немножко велики, Аня, она сейчас 116 носит, но я думаю, что здесь такие штаны, они позволяют подвернуть. Вот давайте покажу полностью, вот как выглядит. И вот эти вот штанишки на манжете, их можно вот так вниз подворачивать и будет ходить. Вообще, на самом деле, большие они ей на этот год, большие даже по ширине. Надо было 116 брать.
Но ничего страшного. Вот здесь вот регулируются завязочки. Внутри они сделаны вот так вот, с начесом, с таким. Мне нравятся. Они как-то утепленные. Видите, какая ткань. Да, жалко, конечно, что они так велики сильно. Ну, это не проблема, можно будет купить их уже не за рубль, потому что бонусы долго копить, а просто поменьше размер. Надо будет на дочке померить, насколько на самом деле. Иногда кажется, вот так положишь на стол, кажется, что все очень большое. На ребенка надеваешь, и можно ходить. Посмотрю, может быть, закажу еще поменьше девочки. Ну, понравились очень сильно, качество обалденное. Если есть баллы, то берите деткам своим. Там и для мальчиков они есть. Хорошая, качественная одежда. Девочки, вот на этом это заказ мой все. И теперь давайте мы с вами чуть-чуть посмотрим на каталог 12. Что у нас здесь будет интересненького. Судя по главной картиночке, здесь новинки для волос. Я уже когда забирала, я немножко посмотрела каталог, как обычно. Пока дочка гуляет, я листаю каталог. И вот такая новинка. Открываешь, и здесь вот президент компании Нечаев встречается с Кейта Амана, представителем компании Цуна, которая работает с 1947 года, специализируется на производстве ингредиентов для пищевой, косметической и химической продукции из рисовых отрубей. Одной из визитных карточек компании является производство инновационного продукта инозитола. Это витамина В8, широко применяемого в бьюти-индустрии и средствах ухода за волосами. Красиво, да, это все презентуется. Мне нравятся такие рекламы. И будут три вида шампуней. Тут красивое описание, как японки ухаживают за волосами. Вот такие три новинки для сухих волос, для жирных волос. Так, первое, что мы с вами посмотрим, это рекомендуется для сухих и ломких волос с сакурой, шампунь и бальзам. Набор будет стоить за 599 рублей. Экстракт сакуры содержит каротин, аскорбиновую кислоту, витамин группы В, необходимых для красоты волос. Следующая линия, она будет посвящена вьющимся и послехимической окраске волос. Будет восстанавливающая маска и кондиционер. А где же шампунь? Восстанавливающая маска, проникая глубоко в структуру волос, сглаживает чешуйки, придает каждой пряди мягкость и шелковистость. Кондиционер удаляет загрязнение, сглаживает чешуйки, сохраняет яркость цвета, придает волосам силу и блеск. А где шампунь-то? Так, и третье у нас. Это пепел вулканический, мицеллярный детокс-шампунь. Это для жирных волос, склонных к появлению перхоти. Обладает сильнейшим абсорбирующим свойством, вытягивает загрязнения, токсины, обеспечивает глубокое очищение волос и кожи головы. Дальше появится новиночка вот из этой линии, которую мы сейчас с вами так расхваливала я. Будет маска BioGlow. Работает, пока ты спишь, ночная маска. Сейчас мы до нее дойдем, посмотрим. Здесь вот ICU у нас пока представлен на первых страничках. Вот еще новинка какая, патча. Цена, конечно, конская, даже со скидкой 1300 они будут стоить. Ну, где-то 1000. А я знаю, что можно с iHerb, например, рублей за 600 купить. И есть даже сайт, там что-то по 350 я видела, патчи. Поэтому я не уверена, что я буду эту новиночку покупать. Давайте я вам покажу, что здесь написано. 15-20 минут держать. И здесь будет экстракт икры, морские водоросли, пептидный комплекс. Вот такие патчи. Ну, могли бы они их и подешевле поставить. На самом деле, не так дорого в производстве это обходится. Чтобы вот 1000 рублей, ну и сколько их здесь, 60 штук, да, на месяц, по сути. Вот это хорошая линия, и, девочки, будет такая хорошая акция, крутая. Вот если купишь дневной крем, в подарок крем для глаз.
Я брала пробник, мне очень понравился. Я вот подумываю об этой акции, потому что сам крем для глаз тоже не бюджетный, а он будет в подарок. Поэтому вот эта акция прям супер мне понравилась. Так, и что еще? Ну, это вот как выглядит новиночка эмульсия для тела. Здесь показано. Так. Помадки, да, вот эти вот шикарные, они эти хит продаж пишут. У меня есть один оттенок, 64-й. Я бы еще не отказалась бы от 61-го. Вот она, масочка идет. Манго дарит сладкие сны. Высыпаюсь, улыбаюсь, наслаждаюсь красотой. Ночная маска желе 50 мл. С легкой пластичной текстурой, восхитительным ароматом спелого манго стимулирует природный механизм обновления кожи. Увлажняя, улучшает цвет лица, наноси каждый вечер перед сном. Я, наверное, куплю. Не наверное, а 100%. Я куплю, если она будет на складе. И я надеюсь, она будет действовать так же, как жидкие патчи, удерживать влагу в коже. Супер. Надеюсь очень сильно на это. Хочу, чтобы была на складе, потому что у Faberlic часто такое бывает, что... Появилась интересная новинка и тут же пропала. Вот, патчи уже у нас стоят 349, а в этом каталоге 299. Они были меньше, но их уже нет. Вот такая новинка, гидрогелевый патч для губ будет за 149 рублей. Любые две маски со скидкой 50% можно будет купить. Девочки, напишите, кто пользовался вот такими средствами. Мне очень хочется попробовать. Здесь для обезвоженной кожи лифтинг капли эти. Как вы ими пользуетесь? Есть ли действительно стоящее средство? Надо покупать или так себе? Вот возвращается линеечка обновленная для жирной кожи. Тоже в новинках. Пилинг, хорошая линия. Девочки, наверное, на этом все. Мы листать с вами прекращаем, потому что, если мне не изменяет моя память, то новинки закончились. И вот это уже мы с вами обсуждали 150 раз, поэтому все. На этом буду с вами прощаться. Благодарю вас за внимание. Вам удачных покупок, хорошей погоды, позитива, здоровья, всего хорошего. И до скорых встреч. Пока-пока.